Несколько дней понадобилось, чтобы определить действительно сильнейшие волейбольные команды. В этот раз немногочисленными оказались розыгрыши между девочками. Не смогли приехать сборные близлежащих сел. Всего 4 состава боролись за медали. Среди них хозяйки площадки, 2 владивостокские команды и 1 состав из Лучегорска. Последние считаются сильнейшими в крае. Они и возглавили тройку призеров. На втором месте гости из краевой столицы и наши девочки на третьем месте. Третьими стали, потому что четвертая команда была более младшего возраста. Хотя девочки бьются, борются, стараются. Волейбол потихоньку начинает подниматься в городе. Благодаря федерации, детско-юношеской спортивной школы, начали развивать потихоньку. Уссурийским мальчишкам в этих матчах не повезло. Серьезную конкуренцию у сетки составили команды из Покровки и Сибирцева. Всего 8 школьных дружин претендовали на медали. Хозяева площадки заняли 5-е и 6-е строчки в турнирной таблице. Призы же разыграли гостевые составы. Лучшими стали волейболисты школы номер 73 из Владивостока. Следом за ними команды из Сибирцева. И на третьем месте сборная Покровки.